И снова доброе утро, красота и милота. Как ваши дела? Я решила сделать перерыв сегодня и осталась отдыхать. Я вчера находилась, наверное, больше, чем 10 километров. Красота, красота, красота. Конечно же, конечно же. Кофеёк и красота. Наконец-то пришло лето. Поздравляю вас всех с этим. Классного праздничного дня. Привет, привет, привет. Поздравляю вас с летом, поздравляю вас с Троицей. И наконец-то отвечаю на ваши вопросы. А буду ли я в Одессе? Скорее всего, не будет кинофестиваля, насколько мне известно, карантин. Посмотрим. Но в Одессу я очень сильно хочу. Я уже хочу в Одессу. Я бы сейчас уехала в Одессу. У меня еще есть 10-12 дней свободных. Я бы очень хотела съездить. Поэтому я очень надеюсь, что я увижу Одессу и море в этом году, одесситов. Обожаю, кстати, Одессу. Самый задаваемый вопрос. Ну, потому что я никогда не занималась развитием своего Инстаграма, в принципе, социальных сетей. Как-то так, исправляйте ситуацию, подписывайтесь. Ой, ну спасибо, конечно. Для того, чтобы, во-первых, быть спортивной, во-вторых, чтобы быть и дальше такой, как вы меня считаете, как вы видите, красивой и стройной. Ну и вообще, как-то я решила, что я хочу быть каждый день лучше, чем... Быть лучше, чем предыдущий. На самом деле... Мы в ответе за свое тело и за свою жизнь. Спасибо. Не очень приятно, правда. Так, ну смотрите, это не быстрый вопрос, не быстрый ответ. Кастинги, как мы уже с вами разбирались, и пробы. Кастинги — это на рекламы, на клипы. Пробы — это в кино и в сериалы. И там требования несколько разные. Кастинги, соответственно, там элементарные вещи, встань вправо, встань влево, визитка, сколько тебе лет, чем ты занимался, какой у тебя опыт, и дают какое-то задание, то есть отыграть какую-то эмоцию, которая непосредственно вам нужна в рекламе, в той или иной. Пробы. Вас предварительно отобрали как претендента на данную роль, и вы приходите подготовленный, с прочитанным сценарием, вы знаете сцену, которую вам прислали, и вы приходите и пробуетесь перед режиссером, перед камерой, вы ее играете. Ой, класс, привет, Беларусь. А мне интересно, какие проекты в Беларуси идут? Сколько пробегаю? Ну, на самом деле, я немного пробегаю. От 3,5 километров до 4,5 километров. Где-то так. Украина, Киев. Как было играть? Непривычно немножечко. Был не мой формат привычной работы. Сериальный немножечко другая. Но, в принципе, всегда мы находили общий язык. Все было прекрасно. Вы же видите. Ой, моя мама абсолютно спокойно себя чувствует, она не очень торопится со вторым зятем. Ну, по-моему, я ответила уже на этот вопрос, но, если честно, то мне доставляет это удовольствие, большое удовольствие. Я кайфую, у меня потом море силы и энергии, как-то так. Непростой вопрос. Мне нравится и то, и другое. Но так как я хочу BMW, давно хочу, все равно невозможно выбрать. Это две классные марки. Друзі, всім привіт! Нагадую, що завтра о 18:30 у нас відбудеться прямий ефір. Зустріч з зіркою кіно, серіалів, телеведучою та режисером Катериною Гуляковою. І будь ласка...